Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Значит, сегодня мы показываем, как сделать свет на 6 комнат. Бесплатный. Присоединено, значит, 6 лампочек, вот они горят. Так. Значит, ток сматывает. Видите, счетчик на нуле. Тогда говорят, счетчик не такой, надо электронный. Вот это вот электронный прибор. Тут механики нет. Давайте посмотрим. Вот на одном проводе. Смотрим. Как видите, потребление 0. 0. Сейчас покажу, что это 6 лампочек. Вот выключил. Вот видите. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штук. Включаем. Вот они горят. То есть тут остается провести, значит, провода на 6 комнат. Но включать надо с одного места, а так не получится. Тут, значит, стоит адаптер 2,4 вольт ампера подогнанный. То есть, если есть прибор, можете без адаптера подгонять. То есть, надо подгонять, чтобы напряжение равнялось. То есть, ток немного берется и возвращается назад. Но так как это делается очень быстро, то не видно ни на каких приборах. И потребление получается ноль, так как он возвращает, тут же возвращает назад. То есть эту систему можно применять, провести провод, и в 6 комнатах это можно осветить. Схему я уже показывал, если будете спрашивать. Напишите письмо, значит, вышлю эту схему. То есть тут надо просто подгонять так, чтобы уравновесить ток и напряжение. Спасибо за внимание, желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. Значит, враг будет разбит, и победа будет за нами.